израильскому блокчейн-стартапу CoinDash вернули часть суммы, украденной в июле этого года в результате взлома ICO-проекта. Об этом сообщает The Merkle со ссылкой на официальное заявление CoinDash. В сумме проект после перечисления с одного из счетов хакера получил обратно 10 тысяч эфиров, около 3 миллионов долларов на данный момент. Взлом произошел летом, когда по сообщению команды стартапа средства инвесторов были перенаправлены на поддельный адрес кошелька. Более 7 миллионов долларов получили злоумышленники до того, как проблема была обнаружена. Компания приостановила продажу токенов, пообещав инвесторам, что средства будут возвращены.